Всем доброго времени суток, друзья. Вот сегодня пойду квас куплю себе попить. В магазин сегодня пойду. Заодно Гомель немножко покажу. Прогуляемся, так сказать, вместе. Вот наше общежитие. Здесь вот в него вход. А это запасной выход. То есть, если пожар вдруг... У нас такая ограда здесь. Там гаражи. Машины ставят туда. Здесь наше маленькое футбольное поле. И также вот тут вот вход в столовую. Вот наш сам учебный корпус. Через дорогу у нас там это клиника детская. Такой у нас вход в нашу территорию. Вот вход наш учебный корпус основной. Оформлено у нас. Вот там флажки. Вот. Туи. Вот такой вот поклакатик, который ночью светится. Тут тоже туи. Вот. Тут шлагбаум. Туда машины ездят, приезжают. Нам завозят еду. Столовая. Вот. Там фрукты, овощи. Вот. Здесь вот такая площадка мини, так сказать. Такой двор небольшой. Такой мостик железный. Вот такая горочка. Тут скамеечки. Вот песочница. Вот тут цирк в центре. Вон он. Сейчас пойду в магазин. Тут у нас такое рядом заведение Robin Food. Получается, здесь фастфуд можно покушать. Рядом также банкомат есть. Да. Здесь вот ремонт телефонов и планшетов. Ладно, уже магазин рядом, я пойду.